watch your step, because I got a rep. Чаще завать, да. Главное включать чаще пониженную передачу. И, наконец, вот мои впечатления лично от езды на этой машине. То есть, с одной стороны, тебя прессуют, с другой стороны, тебя прессует салон. И материалами, и, ну, например, коробка передач недостаточно четкая. Привык к западной коробке передач. Но здесь, чтобы особенно втолкнуть третью, да, тебе приходится вдвоем езды заниматься, заливать ее. Мне приходилось. По крайней мере, может быть, это может быть, это конкретное, ну, какой-то недостаток именно этой машины, не знаю. Суть не в этом. Суть в том, что где-то, наверное, километре на 30-м с момента езды ты начинаешь уже ездить быстро, но зло. То есть едешь изо всех сил, там, где обычно ты проехал бы на 4-й передаче, едешь на 2-й, где на 5-й, уже на 3-й. Постоянно газуешь, постоянно собран, постоянно нервничаешь. Зеркала, ну, посмотрите, о чем я, да, говорил вам. Ты смотришь в зеркало, и тебе фактически мало что видно. Они не сферической формы, то есть ужасные. И поэтому ты ничего не видишь. И ты злобно едешь, куда тебе надо. То есть эта машина не для удовольствия за рулем, эта машина для тех, и вообще для того, для тех, это грубо, чтобы куда-нибудь доехать. Нет, чтобы, да, доехать, но чтобы понимать, насколько, в принципе, автомобиль в последнее время нас с вами развратил, друзья. Ведь если посмотреть, например, на женские автомобили, там какие-то плюшечки, собачки, кактусики какие-то лежат, да? Люди превращают автомобили в свои дома. А машина — это всего лишь средство передвижения. И вот эта машина честно тебе говорит: чувак, ты просто двигаешься. Нет, она тебе говорит как Windows. Ты подходишь к ней, и она тебе говорит: а ты точно думаешь, что тебе надо? Да. Может, не надо. И когда ты смотришь из окна, ты видишь Ладу, Калину, ты думаешь: пожалуй, схожу пешком. Вот. Потому что обычно машина развращает человека, а это спускает на землю. И, в принципе, вы знаете, по типу размеру, да, если говорить серьезно, по типу размеру, эта машина действительно, как и все остальные, ничем она особенно не отличается. Но по ощущениям звука подвески, то, как работает тормоз, газ, переключаются передачи, все это, конечно, тюнинг достигается, наверное, на западных автомобилях. Но он ничем не пьет, чем, так сказать, по устройству кузова, чем любой другой автомобиль. Просто в другом автомобиле, благодаря шумоизоляции и настройке каких-то вещей, ты чувствуешь себя более защищенным. Но это обманчивое искусственное ощущение. Поездив на Ладе Калине, пересаживаясь на другой автомобиль, ты уже ведешь себя более осторожно, потому что понимаешь, что, ну, пускай вдруг что-то от Лады Калины. А вдруг что случится на дороге? Потому что на самом деле, так сказать, толщина металла 2, 3, 5, хоть 100 миллиметров. Но ничего не решает, потому что все решает действие закона физики, ребята. А их никто не отменял ни для этой машины, ни для Хаммера. Вот, я так знаю. Ну, в остальном, прекрасная машина. Вот. Какие бы еще добрые слова подобрать? Да не, ну хороший автомобиль на самом деле. Единственное, что, знаете, что меня напугало? Когда мы машину эту забирали, я забирал лично, то... Я тоже там был. Да, там начальник по продажам по марке «Лада» выдал мне доверенность и ключи и сказал: ну, счастливого пути. И даже залил 5 литров бензина в бак, чтобы я смог доехать до заправки. Он отошел, и я специально не стал выезжать из своего стояночного ряда, проследил, куда он пойдет. Пошел к автомобилю Мерседес. Мерседес, да, ешка. Вот это дискредитирует тех, кто продает автомобиль. Потому что если бы те люди, которые их делали и продавали, ездили на этих машинах, я думаю, что они быстрее бы становились, более адекватными. Ну а пока что, еще раз, претензии следующие. Обивка омерзительная. Нет кондиционера, но это действительно в условиях нашего жаркого климата плохо. А со всем остальным можно смириться. Понимаете, честное слово, за 300 тысяч, она ведь в топовой комплектации 300 тысяч стоит. 303. Да, 300 тысяч в топовой, да, с кондиционером. За такие деньги купить машину такого вида, а выглядит она прекрасно, ну, действительно нереально. Хватит обтирать автопром российский. Автопром российский живет. Живет. Живет.
Что? Не всем вам покажут. Что доказал Вадим Владимирович, в общем, не на словах, а на деле. Да, я расскажу про этот автомобиль. Там ситуация какая? Проездив почти 6 лет на автомобиле УАЗ-21093, я сел и начал сравнивать. Сравнение, в принципе... Hey, I got a rodeo to get to.